Сегодня я вам представляю заключительную выставку художественной литературы. Это последняя выставка летнего цикла наших выставок в нашем зале. И она будет посвящена, как и первая часть выставки большой, посвящена домашней библиотеке. И точно так же, как и первая часть этой выставки, она будет называться «Домашняя библиотека. 1000 метров страны». Если мы в первой части этой большой выставки, большого цикла русских писателей, то эта выставка нам показывает, мы приглашаем именно к книгам зарубежных авторов. Ну что хочется сказать в заключении этого большого летнего цикла, то, что мы предлагали по художественной литературе, почему мы выбрали именно как название домашней библиотеки, потому что все произведения, которые были и в первой части русской литературы, и во второй части зарубежной литературы, все эти книги, большая часть хотя бы авторов этих, они, конечно же, у нас есть на вашей полочке. И я так думаю, что в любом случае желание читать, умение читать, умение наслаждаться вообще книжной книгой, как таковой, особенно художественной, особенно таких великолепных мастеров пера 18, 19, 20 века, это, конечно же, всегда очень большое наслаждение. И мы в первой части вас приглашали уютно собраться где-то в домашних условиях, где-то в очень удобном кресле, и, конечно же, стать еще раз известные ваши любимые произведения. На этой выставке мы, конечно же, вам представляем всех известных зарубежных авторов. Вы здесь познакомитесь с такими авторами, как, вернее, даже не познакомитесь, а еще раз встретитесь. И с произведением любовной классики. Здесь вы встретитесь и с произведениями знаменитых приключенческих романов. Здесь, конечно же, вы встретитесь и с знаменитыми детективщиками, которые, будем говорить, во все времена были очень известны для нашего читателя, но, естественно, и в это время, ну, будем говорить, как нигде будем искать знаменитые страны с детективщиками. Эта выставка еще раз нам показывает о том, что в этом мире ничего не исчезает и ничего никуда не девается. Что вот эти все мудрые мысли великих, они, конечно,